Казахстанские тяжелоатлетки Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и Светлана Подобедова получили дисквалификацию из-за выявления в допинг-пробах запрещенных препаратов. Официальное решение вынесла Международная федерация тяжелой атлетики. Манеза и Чиншанло отстранены на 2 года, Подобедова на 8 лет. Запрет вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате реанализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года. Отмечу, что при содействии Федерации тяжелой атлетики нашей страны спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.